Петров день – это день поминовения первоверховных апостолов Петра и Павла. Они более других учеников Иисуса Христа потрудились в деле евангельской проповеди. Апостол Петр среди иудеев, апостол Павел среди язычников. Апостол Петр, простой рыбак, вместе со своим братом апостолом Андреем был призван самим Спасителем. После вознесения Иисуса он первый начал проповедовать о воскрешении Господнем, много пострадал за свою веру и окончил свой жизненный путь в Риме. Апостол Павел вначале был гонителем христиан и даже принимал участие в убиении первомученика архидиакона Стефана. Однако, чудесно обращенный к вере самим Господом, он из гонителя христианства стал самым ревностным его проповедником. Святой апостол совершил несколько путешествий по всему Средиземноморью, неся людям слово евангельского благовестия. Он основал церкви в Малой Азии, Греции и Риме. Оба апостола, и Петр, и Павел, пострадали за веру Христову в один день, 12 июля. При гонениях на христиан императора Нерона в Риме апостол Петр был распят вниз головой на кресте, а апостол Павел усечен мечом.